До свидания, школа, и прощай. В Петрово-Дальнем 29 одиннадцатиклассников стали выпускниками. Виновником торжества слова напутствия от первых учителей, а также руководителей школы и муниципалитета. Сейчас ответственная очень пора. Пора экзаменов. Я искренне желаю, чтобы вы подошли к этому с холодной головой. Пусть за вас пьют валидол и валерьянку ваши бабушки, дедушки, мамы и папы. А вы должны с холодной головой, с ручкой в руке и паспортом вовремя прийти на ЕГЭ и написать его, вот просто открыться и написать. ЕГЭ – последнее испытание этого этапа обучения, но за спиной у ребят уже немало побед. Среди выпускников Петрово-Дальневской школы – победители олимпиад по естествознанию и предпринимательству, участники конкурсов и соревнований. Двое выпускников претендуют на медали за успехи в учении. Класс сильный, дети замечательные, дружные. Ну, даже вот не знаю, что сказать. Вот замечательные, одним словом. Сегодня такой день, и с одной стороны очень грустный, с одной стороны, ну, веселый. Потому что в этот день мы все собрались, и друзья, и родители все, одноклассники. День очень такой теплый, приятный. Ну, вот. Остается, ну, радоваться последнему дню школы. Потому что школа – это наш второй дом, так сказать. Школа – это маленькая жизнь, говорят выпускники. На празднике одиннадцатиклассники устроили флешмоб, станцевали под попурри из современных песен. В последний раз за парты 11-й А сел в рамках юмористической сценки, которую ребята подготовили к последнему звонку.